Большие политики называют американцев партнерами. Однако всем ясно, что ситуация все напряженнее и напряженнее. Если же это все останется на уровне пустого писькомерства, как это было при холодной войне, то не страшно. Если же это перерастет в реальную войну, то тогда тушите свет. Невольно вспоминается игра Red Alert. А потому я, как сознательный гражданин, решил подготовиться заранее. И раз в нашей стране более не существует такой организации, как ДСААФ, то я решил оказать нашей армии другую посильную помощь и изготовить ракетный катер. Не будет супостат заморский топтать лютики в моем палисаднике. Здравствуй, мой маленький друг. В прошлом видео мы собрали основную электронную начинку для нашего ракетного катера. И, о боги, все закрутилось и завертелось с первого раза, чему я был несказанно рад. Однако не менее сложная задача мне только предстояла. Теперь же всю электронику необходимо засунуть в саму лодку. Сделать это аккуратно и компактно. А мне, если честно, подобное не свойственно. Забегая вперед, хочу сказать, что в один момент что-то пошло не так. Смотри, не упади тут, это будет фиаско. Именно так и случилось, да-да. Это фиаско, братан. Если тебе интересно дальнейшее развитие проекта, можешь перемотать ролик в конец. Изначально, проектируя сию конструкцию в своем больном сознании, я совершенно не учел то, что размер управляющего механизма будут, мягко говоря, в несколько раз больше самой лодки. Благо, в моих загашниках нашлись моторы более маленьких размеров. Но и с ними пришлось немало помудохаться. Впихнув невпихуемое, я продолжил работу над корпусом самих мозгов. Подозреваю, что именно на этом этапе я что-то сломал. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. В принципе, идея была рабочая. Рулем должна была управлять ременчатая передача от второго мотора. Первый мотор, как несложно догадаться, должен был крутить винт. Конструкция простая, как солдатские трусы. Спереди желтые, сзади коричневые. Однако в один момент моторы перестали двигаться так, как этого хотелось. Их движения стали напоминать предсмертные конвульсии. А в итоге и вообще перестали подавать признаки жизни. Резюмируя, могу сказать, что штука получилась классная, но бесполезная. Что именно послужило виной, сказать сложно. Либо подвела китайская плата, либо мои кривые руки, либо звезды сошлись как-то не так. Но я не опускаю рук, я получил лишь дополнительную мотивацию. Как сказал ранее, в следующем проекте я хотел бы использовать Arduino. Но пока все необходимые компоненты едут ко мне из Китая, я решил попробовать собрать еще один катер, используя аналогичную плату для радиоуправляемой модели. А вот и чертежик. Согласитесь, выглядит гениально. Учтены все предыдущие ошибки и внесено много свежих инженерных мыслей. Но это все уже в следующем видео. А сейчас моем ноги и ложимся спать. И не забываем сделать приятное дяде пальчиком. Всем пока!